Пасмурная погода именно тот момент, который всех интересует. Солнца нету. Тучи затянуты полностью. И дом сейчас от солнечных панелей питается. Полностью солнечные панели погашают вот это вот, компенсируют потребление. Аккумулятор не задействован, а даже и подзаряжается еще. Давайте посмотрим. Свет не включаю. Специально так вроде бы данные по экрану лучше видны. По току 3 ампера. Доходило до 1 киловатта. Ну, все зависит от там тучи. Как ходят тучи, вот оно от этого и зависит. Вот сейчас 790 ватт, 800 ватт было. При том, что дом потребляет 500 ватт, то панели полностью перекрывают эту нагрузку. Вот в такую вот погоду, когда солнца нету, практически его нету. Просто день, а солнца нету. Солнечные панели также будут работать. И это 5-киловаттное поле. Ну, вот так оно работает. Чем больше панелей в такую погоду, два поля будет еще более эффективно. Соответственно, почему вот, зачем брать мощный инвертор, вот в моем случае 10-киловаттный, на два трекера. Можно два поля сюда подключать. Пока подключено одно поле, второе не задействовано. 5 киловатт подключено, еще можно 4,5 подключить также. Соответственно, такими возможностями обладают мощные инверторы. И тогда солнечные панели будут более эффективны в пасмурную погоду, в дождливую погоду. То есть они практически будут работать у вас для вашего дома всегда. Кстати, как раз тот момент, когда городской сети нету вообще, вырубили. Ну, а у нас своя система работает. Аккумулятор, инвертор, солнечные панели и дом.